Цифровая звезда – международный исторический проект, созданный для поиска памятников Великой Отечественной войны. Это способ сохранения историко-культурного наследия Беларуси и достоверной исторической правды для будущих поколений белорусов. Каждому знаковому месту присваивается QR-код, через который производится переход на страницу сайта проекта с информацией о событиях, которые здесь разворачивались. Здесь, на этом месте, мы оцифровываем 9-ю по счету знаковую табличку с QR-кодом в рамках международного историко-патриотического проекта общественного объединения БРСМ «Цифровая звезда». Весьма знаково, что сегодня табличка с QR-кодом появится на месте подвига капитана Шабловского, который был защитником Брестской крепости. Мы все прекрасно знаем, какая обстановка у нас в соседних странах, что нашу историю пытаются переписать, наши памятники сносятся, а мы, белорусская молодежь, такими замечательными проектами пытаемся доказать всем вокруг, что наша история чтится, что мы продолжатели этой истории, и мы бережем прошлое наших дедов и прадедов. В первый день Великой Отечественной войны, 22 июня 1941 года, капитан Владимир Шабловский возглавил оборону в районе Западного форта и домов командного состава на Кобринском укреплении. Около трех суток немцы вели осаду жилых зданий. 24 июня ценой больших потерь врагу удалось захватить в плен последних защитников участка обороны. Среди них оказался и раненый Владимир Шабловский вместе с женой Галиной Корнеевой и детьми. Выбрав момент, он крикнул: «Кто не хочет оставаться в плену, за мной!» и бросился с моста в обводной канал, а за ним многие бойцы, где и был застрелен. Этот поступок советского капитана и его бойцов произвел глубокое впечатление на фашистов. Многие останавливаются с молодежи и спрашивают, а кто и что. И когда им начинаешь объяснять, что вот, пожалуйста, молодой капитан, который сказал, вперед, не сдаемся, в плен не пойдем, и его здесь расстреляли раненого, вы знаете, они очень удивительно реагируют на это, с пониманием, с уважением смотрят, и поэтому ветераны, можно сказать, даже не то, что рады, а с пониманием и с благодарностью относятся к нашему молодому поколению, которое делают вот эти таблички с QR-кодом. То есть любой молодой человек, он теперь не расстается с гаджетом, и он спокойно может прочитать сам, и не только прочитать, но и рассказать кому-то. Поэтому наш ветеранский актив, Президиум Совета ветеранов, мы во всех акциях молодежного нашего крыла, нашего будущего, участвуем, поддерживаем и с удовольствием, как бы, рады за наше подрастающее поколение. В этом году силами БРСМ было установлено 9 новых цифровых звезд. Они появились у молодежного патриотического центра и памятника узникам Брестского гетто, у мемориального комплекса «Стражам границы» и в сквере Иконникова, у памятника Карвату и в средней школе номер 30 имени Гвишани. Василина Буцкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, новости Бреста.